Гаспадаркі Гомельскай вобласці працягваюць работы на палетках, прычым першапачатковыя планы перавысілі практычна па ўсіх асноўных культурах. Па аператыўных дадзеных Міністэрства па сельскай гаспадарцы і харчаванні, заданне па сяўбе яравых перавыканана на 2%, а кукурузы на 3%. Праўда, ў некаторых раёнах частку пасеваў прыйдзецца перасеяць. Замаразкі на глебе пашкодзілі ўсходы. Нашы корэспандэнты азнаёміліся з сітуацыяй. Начные майские заморозки на глебе у регионе регистрировались и у ранейшие годы, але такой низкой температуры, сдается, еще не была. 13 и 14 мая у шерагу районов и она упала до минус 8 градусов. Зараз в области працуют комиссии, которые повинны провести обследование посевов кукурузы. По оперативной информации, эта культура полностью загинула прикладно на 7 тысячах гектаров, что складает 2% от посеянного. На 24 тысячах гектаров кукуруза оказалась пошкодженной. Более 24 тысяч гектар пострадали от заморозков, но тем не менее сегодня работы ведутся по их состоянию. После дня через 2-3 в связи с погодными условиями и прохождением дождей, возможно, эти посевы немного могут отойти, точка роста жива, поэтому комплекс мер потом будет приниматься. У Ксуб-Брылёва ситуация подобная на агульнаобласную. У вынику заморозков тут пошкоджена до 8% посеянной кукурузы. Сёлета гэтая гаспадарка страты от ночных морозов нясе уже не упершыню. Напередане загинула палова ранней капусты. Галоўны агроном Ксуб-Брылёва Александр Запарованы у галіне працуе 45 гадоў и кажа, что климат істотна змяняецца. Значны недахоп вільгаці, шкодники раслін, яких ранее не было, и поздние ночные заморозки. Усё гэта прымушае ўносіць карэктывы ў тэхналагічны працэс. Гаспадарка, якая спецыялізуецца на вырошванні гародніны, у гэтым годзе да работ на адкрытым грунце яшчэ не прыступала. У нас сейчас уже готова рассада помидор, перца, огурцов, и она готова к высадке. Но мы ее не высаживаем. Да, она немножко перерастет, но зато более гарантированно будет ее высадить на той неделе в более благоприятные условия. А сейчас, конечно, это будет неправильно. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».